когда решал, кто пойдет в рейд? Как бы, с кем? Старожил уже спорил с Оксаной? Вроде было 6,5 написано. Ой, 6К аркан. У Мэджика 6К аркан. А, у Мэджика написано, да? Извините, может попутал. А он правда аркан 6К? Он Fire тоже нормально одет. Ой, блядь, а на скольки процентах я должен сосать начинать? На 35 или на 25? 20. Кралька звонит кому-то. Ты в Африке? Можешь сейчас, значит. Этот. Лина, кем ты в рейде, блядь? ДК, Северская. А, привет, Лина. Привет. Чё так одета слабая? Спасибо за рейд. Так, а кто же у нас будет БДК на леди? Я. Охуенно. Тогда это Фанта точно пойдет. Заходи на протопал, я могу хантом пойти. Да я и сам могу хантом пойти. Дайте столик, маги, пожалуйста. Что, давайте. Давайте я буду... Хантом сразу пойду, наверное. А если что, потом на Лока зайдем. Ваня, я тебе дал Релла. О, фэмс. Нашел кому-то выйти. Я уже пришел, там шел. Ваня сейчас пойдет дверь открывать, и на полчаса и уйдет. Танками не прокашешь особо. Если вдруг меня долго не будет слышно, вы мне напоминайте, потому что я последнее время в Дискорде сижу, там не надо кнопку нажимать. Ну даже в Дискорд переходить, там уже 20 человек с плюсом, 25 человек с плюсом в Дискорде у нас. Он такой кто, огромный. Кто гал, вы офните коня там. А кто там, а тут дальше не кто такой идет. Кто угалый? Точнее, каски бафы. Так, а какой у меня пароль от ханта? Ну ты, блядь, Войт пидор, наверное. Точняк. Подошло с первого раза. Сука, перестаньте. А если анхолик на замену, вдруг она от кашля помрет? Я скучал по этим рейдам, да. Так. Что нажимать? Тут заново надо кнопки вспоминать. Верный выстрел? Главное, спек правильный сделай. Охуеть. Да я недавно сравнил, в каком-то рейде спек была правильная. Ну да, в РСке. Сейчас смотри, ну это ПВЕ у меня, насколько я знаю. Кнопки, ой, блядь, что-то я ловушку какую-то поставил. Здравствуйте. Привет. Так, какое у меня звание? Я смогу вам ГП хуячить? Можете повысить меня, пожалуйста? Не надо. Я варенька. Так, короче, кальк, кресты, точняк, каски, Актулгалы. Ёпта, если это имя или фамилия, извини. А если нет, то не извиняй. Ирина, ты... я просто называюсь. Ирина Актулгалы. Извините. Ты кулаки бафаешь, Ира. У меня первую девушку, мою первую любовь Ира звали, я не люблю это имя. Иришка с Коробейникова, блядь. Любовь с моей. Ирина 5,8. Она правда 5,8? У меня просто нет тут аддона НГС. У меня тоже нету. Давайте, пожалуйста, пристабав кулак мне, каску и лапу. Выпиваю фласку. Кто следует моему примеру, того член увеличится на 2 сантиметра. Этот, слышь, могу лут продать. Вся мотивация. ГП там лут продать. Ну, у меня права есть. Просто прав нету кого-то повысить до лидера. В смысле? Просто повысить мне до рейд лидера и все. Не могут, да, не может. Нет прав, нету прав ни у кого. Ебать! Вы что? Да не очкуй, я лут раздам. Давай тебя на леди офкус повыше. Давай, повысь, пожалуйста. Ну после ребра, ну после ребра. Вот, ладно, Войт будет просто ГП пацанам отдавать лишнее, я им нормально шмотика на халяву дам. Давайте, чек на пул. Так, что такое метку, если я кину, бой не начнется же, да?
Нет, если автоатака не спойлишь, то нет. Кинул бой. Кралька спрашивает, зайдите, кто может ей пуху на СПД зачарить. Зачем? У тебя что, пуха не зачарена? Ну, короче, разберетесь потом. Давайте, стойте, я пропустил чек, завалите со своим... Блин, зачем ты мне пишешь в личку? У тебя муж рядом сидит, ты мне в личку пишешь. Войт, ты тут, Войт. Подождите, каски, каску по шаманам, каску, да. Ваня, каску по шаманам на счет три. Один, два, три. Давайте, героизм. Я на пулы не давал, что надо было? Боже мой, первый шип на меня не кинулся, я тащу. Флипец, гимн на ХП. Хила с шипа отбейся. Круто его наебал, да, а то он меня передамаживал. Идите вы нахуй. Хил на шипе. Пожалуйста, уничтожьте шип, выйдите, сова какая-то из лужи. Ты вчера, кстати, подвеску строил? Да. Вставайте за спину, уважаемый рейд, боже мой, в одну зону. Вы молодцы, бейте шипы. Какую кнопку мне надо нажать, чтоб мана... А, у меня нормально мана. Я вспомнил. Четвертый по дамагу, ни разу ребро не прилетело. Танки красавцы просто. Ух, саранит. Батюш, не просто. Рольте кольцо. Нормально. Джерем, правда, хилит один как два хила, так нормально. Я сразу спекаться? Да, сразу. КВ мы не будем делать, я и так релить не умею, еще и КВ делать. 10% брентроль ролите. Давайте сразу определимся, чтобы потом не было обид. Это лорд Рибрат, босс, который стоит на месте. Там вон пацаны, короче. АДК 6 КГС, 16 по дамагу, вот рога. Актулаглы, но это не из-за имени, если что, Ир, все нормально. И топор рубить. Если мы не вайпнемся из-за ДПСа там на профи или на отличе, я вас поменяю. Ну и там еще вон пидор на 15 месте один. Как ты, Вой, ты же сказал, ты фуловая сова, но 11к ДПС, там звездопад только нажимаешь, уже 11к ДПС. Так я так и делал, блядь, на шипах просто был ПКД. Ну ладно. Ну танки давайте. Давайте танки. Еще из луж приходилось выпрыгивать, чтобы не умереть. Блин, мне кажется, у всех одинаковая была тактика Славик. А че, кидай тут на кого-то истерию? О, я знаю одного пацана в пятой группе. На него можно кидать истерию. Он маска, я напишу.
повиноваться. Будет... Все, и рейд-лидер, можно Войда кикать из рейна. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких нет. Высот, о которых вы не... У тебя пэт через Е или через Э пишется? Через Э. Через Е было занято? Я не знаю, я же купил этого ханта за голду, это спиди хант. Когда Истериус Пуа вешать? А он им, по-моему, и не играл, да? Ну, играл чуть-чуть, ты ж видишь, я купил его, я тут только чешку, по-моему, волю выбил. И штаны следи, короче, весь остальной шмот тут был, он был, фул, ну, 6.3, короче, хант. Только голден попросил. 60к, по-моему, или 80, или 60, не помню. А вот этот ДК, который у меня Джеймс, короче, он, мы его тоже с типом купили за голду когда-то у пацана. Пацан, короче, у него был Глор, он был 4 КГС, но у него была Глора и Шейм в сумке. 4 КГС. Тогда еще ни Шейм не работал, квест ни Лича нельзя было убить. И тип еще за свои бонусы ко мне на аккаунт его перекинул, короче, за 60к голды. Это было там году в 12-м еще, наверное, может в 11-м. Так что у него там шейм доначенный, можно квест сделать ради ачивки. Ради голды еще одного перса купишь. Продашь эти сундуки, всякие канили. Ну, у меня там два квеста выполнены, лежит все в сумках. Я там что-то подарил кому-то, коня одного изучил, все остальное лежит. Так, многоуважаемый рейд. Все РДД, первая и вторая группы, бьют трэш слева. Два БДК танчат трэш слева и трэш с лестницы. Разбойник сидит на боссе. Все милики бьют трэш справа. Пуля на вылет, бьешь трэш справа. Лизни тотем, ЛМ, бьешь трэш справа. Ой, блядь, что я... РДД справа, извините, пожалуйста, РДД, первая, вторая группа, справа, где протопал. А милики слева бьют, слева, слева, где БДК милики. Слева, слева. Лизни тотем и пуля на вылет слева бьете, тоже, а то там милики не сильно сильные. Давайте, чек на пул. Капли протопалы сразу... все свои прожимки с пула, короче. Все готовы на счет 3. 1, 2, 3. Вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Давайте, все в трэш поиграли. Только рога на боссе. Дарнована убиваем. Заберите Дарнована, пожалуйста. Лина, твой моб, Дарнован, это тоже твой моб. Дальний от леди и на лестнице. Справа. Трэш справа бьем. Ты не в сил противиться моей воле. Контроль ШП, ШП контроль совы. Давайте, все в трэш. Сводите, сводите, Лина, своди к нему. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Бойт Старфол не понимает, где лево, где право, справа трэш недобитый. Контроль магу. Там разбойник. Разбойник, первые на пулы даем на Делаина. Мага убивает кто-то. Он убой. Ром, надо стопать. Давайте, стоп, стоп ДД в босса, стоп ДД, убрали петов, отошли от босса. Стоп ДД. Все трэш добили. Ману шуман. Войд, залей Джерю на ману. Киловитый катун. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Давайте. А, рост КД еще. Давайте бьем босса, все остальные на пулы даем на Северуса Снейпа. Трэш справа бейте, пожалуйста, все. Духи смотрим, духи появились, духи идут. Ребятки, духи. Только за духами смотрим. Никакой тактики нет, тупо духи.
Духи, 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 контроль, сове. Смотрим за духами, ничего не делаем, духов смотрим. Если вы сильно тупой и боитесь пропустить духа, можете ничего не делать, просто стойте за духами. Духи появились, трэш слева бьем. Бежим от духов, бьем трэш слева. Духи появились, смотрим за духами. Центр, дерево, духи. Два духа за деревом, хорош. Сове контроль, ретрика контроль. Сову ловите, ШП, фир сове. Ой, совин. Давайте, не будем БР, так бьем. На пулы, на Делаина. Трэшек бьем, трэш, трэш справа. Смотрим за духами. Хорош, поймали босса так быстро, молодцы. Геру дать, не дать? Да давай, давай. И этот. Ману Джериона залейте, ШП контроль. Красавцы. Зачем бернули, только не знаю, не надо, пожалуйста, бэрить без моих команд. А кого бернули? А, там СС был. Красава. Красава. Кто осколки забирает? Я. Я кто? Северус Снейк? Северус Снейк. Да будет Гера, наверное. Ну, не будет, значит, мы подождем. Шею за 10% ролим ретрики ДК. У меня есть шея с фана. Есть смысл мне ролить эту шею? На анхолика, да. Ну, в принципе, да, типа один, я думаю, ему нужнее. Без ГП грудь нужна кому-то? Да. С ботинки за 10% надо кому-то? Также есть... А ладно, паладин опять хочет забрать. А если СРС-ки с нормой, то лучше СРС-ки. У меня СРС-ки с нормой. Они, наверное, получше, ну потому что... Ну смотря, если ты нормально одета, вообще в топовый шмот, в 264-й, то СРС-ки лучше. Чтоб, ну, меткости иначе не хватит. Не, у меня вроде меткости хватает. Вон у нее вообще кожа, видишь? Кому фласка надо, да, одну штучку. Шухер, шухер, жена пришла. Ребят, сейчас пойду и ноги быстро поцелую и вернусь. Все кому фласка надо, да? Лёг, дай фласка надо, да? У меня нету. Фласка надо, да? Ты венки будешь? Я венки буду. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет... Так у тебя надо, да, фласк? Ну, на миль. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Время, деньги, друг. Ваня, я дал ассисты, чекните там, начните, сейчас я подойду. Так, ну короче, все тут, все готовы, ДК летает. Я тут танчу, пушки там занимаете, греете. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Походу, ноги поцеловать не прокатило.
это тут телефон звонит, там ботанчики. Там ботанчики говорит. Вы видите? Что это там вдалеке? Да кто тут танчить будет? Боевой корабль Альянса! Ой, спекайся в мишку. Все, я тут. Кирилл, давай потанцуем. Не, подожди, дай похили. Я уже танцую с тобой. Все. Иди, пока ты на нашем корабле, там, оружейников, РД сливайте. Так, смотрим, Максис выйдет. ДК лети. Дети, фарит, летите. Вата, вы чё-то. Иди пока нашим корабле дальше. Давайте, Мах вышел, ДК полетел. Там рейд летите. Ну, классная песня играет. Моя любимая, Рамштайн. Да, она дичь. О, она дичь. Она дичь. Дичь, да? Там перевод песен почти так, если там такие песни жесткие есть. Ты клип видел, Ваня? Хорошо. Клип видел ты песни? Да, я в Ютубе клипы смотрю, но Вовку играю. Не качать через Ютуб смотрю. Слушаю. Я тоже. Прикольно. Давай, включай, уже послушаем песню, что там. Момент какие-то. Он меня замутят, не послал, может быть, короче, может быть, кто хочет. Рома нету, не запускайте. У нас ДК умер, кажется, он там, мертвый лежит. Не успел, не успел перелететь, наверное. И утайте, пусть он залетит в Твинст. Есть у кого мини-фласк? Где ДК кто? По ДК, скорее всего, упал с корабля в последнюю секунду. Делиан, ты здесь? Да, я захожу. Тебе лут какой-то нужен с кораблей? Так, Геру ждем, не запускайте с ТК. Кто может пуху чарнуть на 63 КСПД? Есть такие? Я Риги потом отдам. Или джипсы поставьте, я возьму. Давайте, я лутаю сундук. Сапоги без ГП нужно кому-то? Наручи за 10%. Джерри, ну ты уверен, что они без тебя захилят? Плащ на мейн за фулл ГП. Ну я не знаю, что тут хилить, я просто...
убивайте, проверяйте бафы, кушайте рыбу, скажите что-то, чего вы молчите все? Давайте, все, слышу. Да, Лаин, кинь, пожалуйста, мне истерию, или там забита она уже? Нет, не забита. Кинь мне с пула ее. Сейчас еще, я не знаю, сколько там минута представление осталось, идет. Минута, запускай. Там полторы минуты идет. Чек на пул. Все были здесь, никто не вылетел. ДК забафайте, пожалуйста, он умирал. Блядь, как его запускать? Научился. Смотрите, если вдруг мы упадем, из-за трэша или из-за тупости танков, ГП не получит за трэш, только разбойник. Да, все остальные, ну да, все, только разбойник. Так что, короче, вы можете бить трэш, можете не бить трэш. Но если вы там дадите 80 тысяч, как бы вам ничего не будет. А если не дадите, то будет. Если ты не дадишь. Да, но я его не буду бить, понимаешь? Я же рисковый тип. Дайте, пожалуйста, интеллект приступ. Только хотел на Африка тут зайти, что-то забыл. Если такие бомжи нету, ни у кого фласки надо. Блин, три хила. А ну хотя Седдер хил, нормально, захилите. Заливайте, пожалуйста, Даркстар с ума анусовы. Если вдруг кто-то умрет, ну, если вас на вас метка, вот кинулась метка павшего кого-то там, не бейте трэш, бога ради. Кого это? Почему у тебя камни на дух стоят какие-то? Скорость. Критический удар. Как фласку выпить? Где фласка? Блять, блять. Нашел. На идвичке, да. Давайте героизм. Готовимся, трэш, лейте в лужу танки, забирайте трэш. На следующий трэш БДК призывай войск. Секунд до трэша, можно призывать войск. Босса забери. Так я забрал. Лина, призывай войско. Через 3 секунды войско. Призывай. Бейте трэш. Забили на босса, трэш собьем. Ману Даркстар с усовы. Плач Эрх, 18 кдпс. А у меня что-то забагалось все. А, у меня я не сбрасывал рекаун. О, ебать, 19 у тебя. Третье место, блядь. Сасамба.
Энх, Энх, ребята, просто кто ниже Энха, просто выходите из игрового мира и нажимаете. Согласен, согласен с Джерионом, просто, блядь. Кто Энха не передамажил, тот не хан. Заходите, пока запущен. Давайте, волю без ГП ролим. Без ГП? Да. Поверили. Тут с рука можно 2 хила спокойно хилить, блядь. Да, да нихуя себе там. Можно на спек сейчас... за 10%. А кто это говорит? Тудлайн говорит. Да пожалуйста. Токен покорителя на мейн роли. Вчера там слава 16 кодал. Тобой. Бля, пацаны, длился бы бой на 12 секунд. Там лизни тотем уже на уходе. Было 19к. Да там лизни тотем не может меч носить. К сожалению. Так, а кто? Как узнать, кто по пэру? Чем мне смотреть? Надо вручную? Мэджик. Можно было не смотреть. У Войда ПР, а Мэджик выше, да? А сколько токен? 300 ГП стоит? Да. Да. Токены защитника без ГП нужны кому-то? С обычки. Пошлите, куда вы ходите? На чумку, как обычно? Угу. Ну, пошлите, значит, на чумку. Ваня, забыл моба. Не АФКшьте, пожалуйста, Джерри, он спекается в хила, пойдем мочить брата. Сегодня пошел спекаться, я уже дал ДПС Энхам. Нормально. 17,8, красава. Че там? 18к. Ну да, 17,9. Уйдите назад. А кто, сказали, старожилы, типа крутой маг, да? Я суслятину вроде говорили про суслятину. Джерри, он про кого говорил? Про старожилы или суслятину? Джерри, он Войд, я вас путаю, просто вы оба трансы. Старожилы, красава, 22, просто 22, блядь. Не знаю. Энд дамажит лучше, чем ШП. Че у пацана написано в заметках 6.4, если он фуловый? Тому тупо плаща не хватает до фула. Только не иди вправо-влево, а то Валька забагается, слышите? И чешки, плаща и чешки. Красава, но 22 я давно не видел, если честно. Как я давно не играл, но и не видел тоже давно. Ну зачем? 18к выйди вообще на этом сервере. Видел. Диман, а сколько ты хантом последний раз давал? Без истерии или без сус истерии? Да хоть так, хоть так. Как больше? Без истерии 24 300, без 21 900. Сколько? 24к ДПС на сурке дал? Да, у меня есть скрин. Когда это было? В 2004 году? Не, это 2018 год, месяц назад. Кто-то видел это или это ему приснилось? Да не было, но не месяц назад. Без истерии, по неделе он дал 21. Ну-ка, что вы хотите сказать, что он бог? Да. Да не, просто скрипты юзает. А, я в основном... Игра позволяет юзать скрипты, вы можете их тоже юзать. Пока не забанят, да? Да, не даю. Могу скинуть скрипты на Энха, и вы будете давать 18к, а не 14. Не, скинь мне лучше... Все юзали скрипты на ДПС, но не в этом суть. Ну, типа, если игра сама позволяет юзать, то можно, я не юзаю, типа, ГКД не убирается. Просто бьется автоатака и спел. И все. Промоти на охотника скрипты на? Ну конечно, ебать, если 24 буду давать, у меня будет член стоять на 2 месяца дольше. Вообще стоять были. Скажи честно, когда у Паганича оставалось 20%, ты его бил убийственным выстрелом? Кого, Паганича? Нет. А теперь рассказывай. Псих мне тоже говорит: Димон, почему ты не сказал мне, что надо бить? Рассказывай, когда ты бьешь Паганича убийственным выстрелом, то там критует где-то убийственный 45к. Лучше ударить Паганича на 45к, чем кастануть верный. Вот так. Так и что? И что будет? Но я ж у него ХП будет меньше уже, чем 45к, если нанесу 45к урона.
этим скриптом берешь в мак, типа фокус, ну, типа, скрипт делаешь на убийственный, и когда у любого поганища остается 20%, ты тыкаешь, ну, на этот типа макрос, и он стреляет автоматически. И получается, что ты бьешь не верным выстрелом, а убийственным выстрелом по поганищу. То есть он сам у меня еще в таргет поганища возьмет? Да, сам драйв таргет поганища. Так ты там стоишь, наверное, одну кнопку нажимаешь, нихуя не делаешь, ДПС такие даешь. За ханта 3 нажимаю. Да, у меня тут 19 кнопок на панели. Нажимаешь, ты тоже 3? Ну это да. Эрхом, правда, вообще не прокает. Прокнула бы воля на этот, на агилу с пула, было бы 20-ка, а так хер. Можете там двух упырей сверху потянуть, кто-нибудь что-то жрут? Что-то жрут. На него не жрут, блядь. Есть кон. Да, я угодно забанили за твои... Бля, иди в жопу, я только так тебе сказал. А, целые забанили. Типа звоните, кто-нибудь, не могу телефон найти. Ваня, звони кодекс. Ча, конечно. У меня быстро на горе на циферке 2 стоит. Я нашел. Одна на газете, другая там. Одна газель, другая